Было здорово посмотреть, узнать для себя Махачкалу, потому что у нас не всегда выдается свободное время, и чтобы 2-3 часа вот так вот появилось свободно, не всегда так. И благодаря тому, что у нас выдался свободный день после вчерашнего матча, появилась возможность посмотреть на этот красивый город. Могло даже случиться так, что вплоть до завершения своего контракта с Анжи я бы не увидел этот город, но вот благодаря болельщикам Анжи, я им очень признателен, у меня такая возможность представилась. И я вот пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать им большое спасибо.